Привет всем, с вами Дмитрий Ророшенко. Сегодня поговорим о пяти основаниях, по которым можно оформить вид на жительство в упрощенном порядке, в общем порядке на территории Российской Федерации. Итак, первое самое распространенное основание, я считаю, что на текущий момент, это оформление вид на жительство в упрощенном порядке гражданами ЛНР, ДНР, Украины, Молдовы и Казахстана. То есть это новое основание. Введено оно, соответственно, в июле месяце в статью 8 закона о правом положении иностранных граждан. И данная категория граждан при наличии РВП или без такового сразу имеет право оформить вид на жительство на территории Российской Федерации в управлениях МВД. То есть за пределами России это сделать нельзя. Второе основание – это вид на жительство в общем порядке, то есть это те категории иностранных граждан, <coughs> которые, например, получают РВП по диплому, синему диплому Российской Федерации или по квоте, а также, например, получив РВП, соответственно, уже по истечении 8 месяцев сдают на вид на жительство. Вот, или, соответственно, по браку, прожив с РВП также 8 месяцев, сдают на вид на жительство в общем порядке. Вот это вторая категория, такое второе основание. Когда у нас есть уже РВП, мы проживаем 8 месяцев в НЖ и подаем, прошу прощения, с 8 месяцев с РВП и подаем на вид на жительство. То есть это вот такое второе основание, которое тоже занимает лидирующие позиции среди граждан СНГ, безвизовых стран, без визовых стран на текущий момент. Третье основание – это вид на жительство по родителям, по детям, гражданам Российской Федерации. У многих есть различные связи в рамках, дети рожденные в рамках брака, вне брака, ну имеющую гражданство России, дают право оформления ВНЖ в упрощенном порядке. Или, например, родители, которые получают гражданство Российской Федерации, паспорт России с пропиской, по ним также можно оформить вид на жительство в упрощенном порядке. Четвертое основание – это носитель русского языка. То есть мы предварительно э, получаем решение, выдая признание нас носителем русского языка, и далее сразу сдаем на вид на жительство в упрощенном порядке. Здесь срок рассмотрения, то есть общее получение решений носителя русского языка и само оформление ВНЖ составляет 4-6 месяцев, зависит, конечно, от регионов. тем не менее, тоже упрощенный порядок и достаточно популярная схема. Другой вопрос, что при оформлении носителя нам нужно доказать вот эти родственные связи и факт проживания родственника. Ну и пятое основание на текущий момент, которым тоже пользуются граждане Российской Федерации, таковым основанием является рождение в РСФСР тоже у многих есть свидетельства СССР, то есть до 1991 -го года, и по данному основанию оформляют вид на жительство, а потом в последующем уже сдают на гражданство. Я бы сказал, что это основание популярно у визовых стран, которые приезжают сюда в Российскую Федерацию, ранее уехав, получив гражданство значит, там, европейских стран или, стран, или дальнего зарубежья, и теперь приезжая в Россию на основании своих свидетельств о рождении, по рождению в рамках РСФСР, подчеркну, оформляет вид на жительство. Вот такие основания это наиболее, скажем так, распространенные, популярные среди иностранных граждан, по которым на текущий момент оформляется вид на жительство. Будем с вами на связи. Вся информация, комментарии есть в телеграм-канале. Подключайтесь и будем с вами, скажем так, в оперативной связи. Всего доброго, до свидания.